Спонсор программы «Капли Акуметил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Велосипедистка Алена Затеева выступит на первенстве Европы. Самарцы привезли 7 медалей со всероссийских соревнований по греко-римской борьбе. Легкоатлеты областной столицы тоже не подкачали на турнирах всероссийского и регионального уровня. В Подмосковье прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике. Анастасия Николаева прибежала второй на 100-метровке с барьерами, уступив чемпионке Екатерине Галицкой всего 18 сотых секунды. А на первенстве Самарской области юниоры из столицы региона заняли весь пьедестал почета в беге с барьерами на 400 метров. Чемпионка Яна Мушкаева, второе место Марина Морозкина, третий Александр Изодеров. На чемпионате России по греко-римской борьбе в Грозном третье место занял Жамбалат Лакьяев. Золотая медаль у питерца Ибрагима Лобазанова, серебро краснодарца Степана Марьяняна. А вот в Соликамске самарцам повезло больше. На всероссийских соревнованиях чемпионами стали Халит Акаев и Максим Скуратов. Второе место у Вячеслава Кузнецова, третья ступень пьедестала почета у Виталия Кулезнева и Максима Жилкина. Алена Затеева выиграла командную гонку преследования в Санкт-Петербурге на первенстве России по велоспорту на треке. Теперь чемпионка поедет на первенство Европы. Какой результат в гонке покажет самарка, будет известно 12 июля. Старт намечен в Монтикьяре, Италия. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.